Так, ребят, всем привет. Сегодня чиним машинку Nissan. Работает в такси. Удар был в левую сторону. Вот, спиливаем и привариваем другие запчасти усилителя. Сейчас я вам все покажу. Так, вот у нас какие здесь история, какая была битая левая сторона. Вот, все замяло. Все срезаем, усилитель, вот это все наперевариваем будем. Вот. Здесь все тоже вытягивать будем. Сейчас. Сейчас до конца вот это все обрежем. И уже я все покажу. Будем приваривать. Вот они запчасти лежат. Вот как-то так у нас. Так, надо сейчас нам вытянуть вот этот угол. Мы вытянем усилителя. И уже будем срезать его. Вот. Сейчас мы срежем до конца все. И будем примерять уже новое. Так, срезали мы все. Все лонжерон там срезали, срезали. Усилитель. Сейчас на новом просверлим дырки, чтобы вот здесь вот уваривать. Вот, новый вот он лежит у нас. Сейчас мы просверлим, поставим, примерим. Здесь тоже приварим. Здесь сделаем дырочки. И снизу здесь то же самое. Две сделаем. Вот. И будем уже заниматься самой левой стороны. Будем смотреть там, как что. У нас внутренняя запчасть согнута, а она по отдельности не продается. Вот мы будем ее еще вырезать. Будем вырезать и варивать. Так, ребят, продолжаем мы делать Nissan. Вот. Я, короче, все вырезал. Варил новый усилитель, новый под крыло усилитель и так далее. Вот, сейчас я вам покажу, что было сделано. Сейчас мне надо еще чуть-чуть доварить и потом уже буду примерять крыло, бампер и так далее. Сейчас все покажу. Ну вот у нас как получается, делаем мы. Вот этот мы усилитель приварили, здесь вот приварили. Вот. Сейчас будем примерять крыло. Здесь пока не буду приваривать, оставлю. Вот. Ну и сейчас мы крыло накинем бампер. И уже будем смотреть, как что куда подходит. Если все нормально, то я до конца все обварю. Вот. И уже будем отдавать ее на покраску. Накинули мы крыло. Вот она. Вроде все подходит. Щели, зазоры тоже. Еще настроить надо, поднастроить и все. А так вроде все подходит. Бампер лежит вот. Сейчас я бампер тоже прислоню. Посмотрим, что будет у нас. Закончили мы со сваркой. Все зашкурили, здесь тоже зашкурили, тут зашкурили, вот, повесили уже все это. Сейчас коробочку новую поставим для блоков управления всех сюда, вот новая. Сейчас я их разберу, они вот тут вставляются, отвертки там, тут все разбито, его на выброс поставлю. Ну и будем крыло ставить уже. Мы уже все примерили, все подходит, все нормально. Вот, лонжерон целый, не повело ничего, так угол только уничтожился и все. Вот. Ну и все, в принципе, сейчас как будем собирать там. Потом будем красить, еще капот надо выпрямить. Вот он.
капот такой тоже загнул, я его пассатижами пока выпрямил. Потом надо будет положить шпаклевочки, выровнять до конца. И все. Машинку собирать начали. Вот у нас как получается. Здесь зазор мы уберем. Сейчас выставим по зазорам все. Крыло накинули. Вот. Пластмассочку я эту поменял. Здесь сейчас я их все сложу еще. Вот. Фару встала. Внизу сейчас мы примерим бампер, как он будет себя вести. Ну и соберем ту сторону. И потом на покраску. Тут мы прогерметим и закрасим все, чтобы все было тип-топ. Ну вот, ребят, как у нас получилось. Собрали мою машинку. Бампер вот поставили, крыло. Все зазоры спрятали, убрали. Тут защелкнем еще. Вот. Здесь у нас по зазорам тоже все нормально. Вот. Ну все, мы все подогнали, все выровняли, фару положили, поставили, все крыло, капот зашпаклевали. Вот, сейчас все выровняем и уже ее отдаем на покраску в камеру. Туда на покрасочку. Бампер все тоже идеально подошел. Вот. Ну, как покрасим, буду снимать, показывать. Вот. Ну вот как-то так. Внутри там тоже все проварили. Все сделали. Сделали мы вот этот Nissan. Переварили. Была левая сторона битая. Вот. Я все спилил, все переварил. Вытянули. Зазоры выставили. Вроде все нормально. Сейчас машинку покрасим. И уже я буду снимать, показывать, как покрашено, как что сделано. Вот. Усилитель тоже приварили, яму к капоте мы выпрямили и, в принципе, зашпаклевали. Сейчас выровняем до конца и все, машина идет на покраску. Так, продолжаем заниматься Nissan. Сейчас выровняли мы капот. Сейчас вышкуриваем неровности. Вот. Взяли мы 800-ку, положили поднутрь. Вышкурили мы, положили шпаклевки у нас стекловолокна. И сейчас сверху положили обыкновенные шпаклевочки. И крест-накрест вышкуриваем так вот сюда 80-кой и в обратную сторону. И вот такими движениями мы продолжаем до конца выводить вот этот край. Вот. Если сейчас будем вот так дальше выводить, и у нас здесь все уже покажется, как что будет. Если что, доложим, подсохнет и заново подшкурим. И должна вывести уже более-менее ровно. Вот. Никаких ямок особо нету. Вот тут чуть-чуть только надо будет и все. Вот. А так машинку, в принципе, все собрали. Вот. Сегодня привезут краску и уже ее на покраску будем ставить в бокс. Вот, как-то так. Так, ребят, всем привет. Сегодня к нам приехала машинка Hyundai Santa Fe. Была набита в морду. Ее сделали. Мне останется сделать капот и крылья подогнать с бампером. Сейчас я вам все покажу. Вот она сама Hyundai-ка. Машинку там красят. Nissan этот. Вот, что мне нужно сделать. Вот у нас
Такой у нас багаж, капот, надо вывести его. Здесь меняли морду, телевизор вот это вот все меняли. Вот, на данный момент надо сделать крыло. Здесь у нас петля, которая крепит у нас крыло. Вот, надо зашкурить, да и приварить его обратно. Вот. Ну, вот так, ребят, короче, будем делать. Буду показывать, снимать. Так, ребят, ну на сегодня все. Вот. Смотрите дальше.